Ковшевлюк. Алекс. Ну, здесь сам упал. Сухие. Ковшевлюк. Рановато он уперся в эту передачу. Вполне мог бы двигаться, да, по направлению к угловому флажку. А сейчас сам себя заставил бороться с двоими. Красавец. Это Ари был, по-моему. Да, это Ари. Вернулся и мяч отобрал чисто. И тут же получает мяч. Уже у штрафной соперника. Нет положения вне игры. Обыгрывает соперника. Это штрафной. Это желтая карточка. И это для Алекса булочку с маслом на самом деле. Да, и 5 баллов Ари за эпизод. Он и вернулся, отобрал мяч. Тут же открылся. Чуть было не обыграл соперника. И против него нарушили правила. Естественно, Алекс сразу берет мяч в руки, направляется к точке, откуда надо пробить штрафной удар. И когда мы говорили о другом стандарте, была удачная позиция для Парехи, так как он правша. А здесь идеальная позиция для Алекса. Он ведь, наверное, один из лучших левоногих футболистов в нашем чемпионате. Но все-таки он любит бить плотно, а не только на исполнение. Чуть-чуть близковато, да? Ну, да, метра 2-3 бы еще, да-да. Помнишь, как-то ты отметил удар с ЦСКА? Там перебить дали, еще коллега Генич рядом сидел, говорит, по-моему, подальше отодвинул. А я возьми, да и скажи, так ему еще удобнее. Ну, вот нет, ну, стенку ни в Бразилии, ни в Аргентине, ни на Северном полюсе ни один судья на 9 метров еще не отодвинул. Да. Это вы, господа, бросьте. Будете много разговаривать, так она не на 6, а на 5 подойдет. Помнишь про черепаху, анекдот? Да, только наоборот. Бьет Алекс 2-0. Бьет Алекс 2-0. Слушай, ну это он положил, конечно, на исполнение. Он обвел стенку. И он перехитрил Киржакова. Он вратарский угол пробил, да? Да, мне казалось, и, наверное, Киржакову тоже, что сейчас будет Алекс стенку перебрасывать, бить в верхний угол над стенкой. А Алекс взял и в вратарский пробил в нижний угол и... 2-0 «Спартак» ведет в счете в матче против «Алании». Всего лишь 3-й гол в сезоне у капитана «Спартаковцев», зато ни одного с пенальти. Да, Киржаков, видишь, он вместо в середине ворот занял, а глаза поглядывали. И, кстати, и, наверное, шажочек сделал. Да, мы не видим этого на повторе, но толкался, как-то он запоздал.